Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Галлиант, и мы начинаем прохождение игры Poppy Playtime. Не знаю, зачем я ее начал, потому что я не знаю английского в принципе. И мы будем все проходить, ну, тяжело, долго и не понимая сюжета. Ладно, New Game, можете почитать, если кто знает английский, и мы погнали дальше. Надеюсь, сейчас не будет видеороликов, да? Вы когда-нибудь задумывались, зачем вам ножницы? Ножницы нужны для того, чтобы стричь волосы и резать бумагу. Ладно, все, я молчу. Я понял, просто смотрите. I love you too, my friend. Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you touch it. Нам просто рассказывают о игрушке, которая называется Poppy Playtime. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on Earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can... О, как страшно. В принципе, я хорроров не боюсь. Нам будет не страшно. Будем угорать. Надеюсь. Надеюсь, это будет смешно. Playtime. А почему Poppy Playtime, если типа зовут не Poppy? Everyone, I think the staff disabled 10 yard ago. We're still here, win the flower. Типа, прошло 10 лет, а мы еще здесь. Да, что-то в этом роде. Непонятно, непонятно. Опа. Да что это такое? Что так все плохо? Секундочку. Во, так намного лучше. Смотрите, какой я нашел фокус. Welcome, написанный на максимальном уровне графики. Welcome на минимальном. Создатели явно не умели делать минимальный уровень графики. Welcome на минимальный. Создатели явно не умели делать минимальный уровень графики. Так, ладно, давайте начнем проходить уже Poppy Playtime. А то он мне два раза подряд рузился, аж страшно становится. Какая-то комната. Кодовым замком. А если это гениально, вот так вот? Нет, так тоже не работает. Ладно, погнали искать ключ от головоломки. Головоломки я люблю. А вот хорроры не очень, они не страшные, в принципе. Страшный хоррор найти очень тяжело. Тут ярко. Тут очень ярко. Тут реально очень ярко. А вот и головоломка. Зеленый, розовый, желтый, красный. Зеленый, розовый, желтый, красный. И, кстати, я тут заметил кассету, которая подходит вот в этому проигрывателю, да. My name is Daliant. Блин, на самом деле я ни черта не понимаю. Я не понимаю, есть ли смысл слушать его дальше. Я прям хз. Ой. Лаганные текстуры. Нет, просто я бы посмотрел сам фильм. Видите, тут одна картинка, тут ничего нет. Поэтому мы спокойно идем дальше. Зеленый, розовый, желтый, красный, да? Как я понимаю, это камера безопасности, где летает монитор.
Не знаю, кто его кинул, но этот кто-то очень-очень злой человек. Зачем кидать мониторы? Ценная же вещь. Так, и у нас тут еще одна кассета. Вставляем ее сюда. Думаю, она тут будет что-то интереснее. Playtime! Гратфак! Это две руки, в которые ходит человек. Интересно. Это руки-цепляки. Руки-цепляки — это здорово. Ими можно притягивать предметы, отрывать людям головы. Да, я, кстати, об этом и подумал. Хорошая штука. Ага. Нажимать на две плитки сразу. Спасибо за просмотр. Используйте градпак. А, вот он лежит. Ну дайте мне его, тут стекло я вот вижу. Дайте мне градпак, я буду его использовать. О, и вправду дают. Ну ладно, давайте возьмем. А вторая рука где? У меня только одна рука. Так, окей, теперь понять, что делать дальше. Выход. Выхода тут нет. Welcome. Welcome. А что ты валяешься? Или ты руками машешь? Не знаю. Майк что заметил? А тихо ты. Тут за текстура жесткая. Что? Чтобы зайти на работу, нужно использовать эту штуку. Так, а это какой-то новый чувак. Вон его мини-игрушки. Хоть тут какая-то странная игрушка. Так, подними ее, братан. Подожди, пожалуйста, дружище. Тут очень странная игрушка. Твоего размера. Мне прям не нравится. Тут они все улыбаются такие, видите, такие типа стрёмные, такие типа улыбаются. А там прям стрёмное-стрёмное было. Вот, смотрите. Черными губами. А, она просто старая. Покрылась плесенью. Ну ладно. Всех мы убьем, друзей перебьем. Да ладно, там по-любому что-то другое поется. Погнали. Ключи? Где? О, бро мне ключи дает. Спасибо, бро, дай 5. Опа. Спасибо, бро. Стеф only. А, только для персонала. Стеф — это персонал. О, нифига себе. Англичанины подъехали. Англичанины. Так. Ага, сюда передается энергия, да? А вот это тут катушки Тесла. Опа. Ой, что? Это не все? Я думал, это все. Давайте еще раз. Походу, где-то еще одна катушка есть, да? Погнали искать. Я не заметил ее. О, вот она. Изи. Головы динозавриков. Кстати, вот эта штука не поднимает. Странная штука. О, Хаги ушел. А ты где? А, ну он в кафетерий пошел, 100%. Я бы тоже кофейка попил. Хаги, открывай. Я тоже хочу кофейка. А, смотрите, а вот эти штуки не падают. Ха-ха. Специально так сделали. Чтобы мы не могли поднять эти штуки. Потому что я бы их везде раскидал. Make a friend. Ну, такой странный чел. Friend. О, видели рука? Рука! Стоять, где рука? Где ты, рука? Блин, он сюда пошел. Почему? Где ты? Ты что так быстро передвигаешься? Где мой друг? Покажите моего друга. О. Подождите. Где-то кассета есть. Где-то должна быть кассета. Ищем кассету. Друг, подожди, ты типа ты важный мне человек, ты мой друг. В конце концов. Но тут где-то есть кассета, и это мне как-то важнее, да, чем ты. Не, сори, бро, кассеты нет. Давайте пошлите дальше. Не! Он так ручку мне свою показывал. Я такой думаю, блин, обнять бы его. Было бы весело, было бы приятно и задорно. Ну ладно. А что такое?
Я что-то поднял. Прикольно. И тут руки нарисованы, что надо делать. Поэтому даже игра сильно не нужна. Так, окей. Нам должны дать еще одну руку. Давай. Где мой бро? Ну, как по мне, Хаги стал мне другом. Да, у нас с ним странные взаимопонимающие отношения. Он хочет убить меня. Я не хочу его убивать. Но мы же все равно друзья от этого. Странные друзья. Окей, ладно. Не все поднять можно. Сила дружба не везде помогает нам с Хаги. Так, мы лазим в разных мусорках, ищем непонятные вещи. Мне не хватает одной руки. Я, получается, однорукий бандит. Вот так и получается. Так и живем. Побежали наверх. Хаги, бро, я не знаю, где ты, честно. Я с удовольствием с тобой познакомился, мы бы стали... Ну, типа, друзьями. Хорошими друзьями. Никогда мне не дает. О, смотрите, вот он. И он смотрел на меня. Это так мило. Он улыбался мне. Я тоже ему улыбаюсь. Ой, это не то. Я сожру твою душу и тебя самого. Ну, потому что я милашка. О, рука. Ну и чё? Мне обязательно мне спускаться? Ну ладно. Ну давай уже. От того, сколько рук ты выпускаешь, зависит дальность лебёдки. Понял? Уи. Сделать? Что делать-то надо? Чуть не понимаю. Крафту комплект Геркулеса. Что происходит? Что я должен сделать? Ален, вот куда мне надо идти. Ну, да ладно, бывает. А. Тихо, будь. Чё. Еле как додумался до этого, блин, ну жесть. Почему я должен думать? Тут, кстати, есть только лайдинг гейм, а сохранения нет. Мы едем в далекие края. Всякие медведи, наши здесь друзья. Что происходит, я не знаю. Да жестко. Ой, надо наверное сюда смотреть. Ой. Так, и где это мы получается? В новом месте. Совсем в новом месте. А, так мы же на фабрике игрушек. Точно. Точно. Тут, знаете, такая себе фабрика. Слишком много свободного пространства. А, я всегда где-то диски пропустил. Уи! Да ладно. Need power. Нужна сила.
Имеется в виду электрическая сила. А я могу куда-нибудь залезть? В какую-нибудь дырку? Не, не могу. Туда надо что-то поставить. А я понял, как там этот, открыть лестницу. Просто я решил попытаться перепрыгнуть. Да, потому что я Assassin's Creed. Ну, это было не так. Так вот. Need power. Лови, брат. Это неприятно, конечно, не хватит. Ага. Потому, знаете почему? Потому что вот отсюда надо делать вот так вот. Ага. Нет, не хочу падать, подождите. Что-то не так. А что не так-то? Может быть, эту штуку надо отломать? Сейчас, секунду. Да не, в любом случае делается вот так вот. Делается так. Нужно, чтобы было включено две. А как мне две-то включить? Вот думать надо. Не люблю думать, в принципе. А, вот я тупой. В принципе, ничего тяжелого нет. Да, я как всегда забейся. Ты там током бьет. Именно так электричество и проходит по вот этим всем вещам. Именно так. По-любому где-нибудь сидит этот чувак и смотрит на меня. Я хочу его увидеть. Он такой неразговорчивый, но при этом милый. Поэтому его прозвали Хаги. Но на самом деле он Хорни. Нажать кнопку. Ой, как мило, глазки везде такие. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю, паровозик, тю-тю-тю-тю. Мило. Что дальше? Ну, погнали наверх. Я не знаю, что-то произошло. А. Все. Сейчас будут игрушки делаться. Я понял. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Паровозик. Тю-тю-тю-тю. Чего происходит? Пока ничего не понятно. Но очень интересно. Вон, едет, смотрите. Все прям в рот заехало. Знаете, если ты работаешь тут целый день, то вот эта атмосфера, смотрящих на себя глаз, немного напрягает. Нифига себе, они игрушку делают. Просто из отходов готовая игрушка. Вот такое офигенное место бросил, мне интересно. А по-любому где-то тут есть скрытое место. Или ничего нет. А потом, может, это скрытое есть. Что-то неизвестное нам. Сейчас вот туда поставим, нам дверь откроется. Да? Игрушка готова. Гробы могут выходить. Закрыто. Чего?
А, здорово. Здорово. Ты такой милый. Знаешь, на самом деле я милее. Ну все закрыто, бро. А, нет, он меня съел, страшно. Зато я понял, куда убегать. Innovation is key. Thank you, science. Загрузка. Вообще не страшно. Не извините, пожалуйста. Я в принципе не боюсь хорроров. Извините. Вот типа сейчас должен выйти, да, на нас? А, он просто спавнится. Ну ладно, бывает. Ню-н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 ю. Опа, убежал. И чё? Бро, ты же хочешь, что это железка? Ты её сломаешь только, если ты, типа, железнее железки. Да, здорово. Снова съел меня, блин. Да что это? А-а-а, подождите. Это вы прикольный момент. Ну, на самом деле, можно было, когда заходишь в такое место, да, быть немного поумнее, зайти с топором. Как ему по ноге треснуть, так туф. Нормально, изи. Надо быть вандалом, когда заходишь на заброшенные заводы. И чё? Бесконечная загрузка? Снова это место, снова это сохранение. Заходим сюда. Появляется музыка, бежим сюда после пролага. Игра очень не оптимизирована. Заходим сюда, сейчас показываю вам трюк, смотрите. И он сюда зайти не сможет, он слишком высокий для этого, смотрите. И чё? Чё пялишь? Он так на тебя смотрит, типа такой, где деньги, бро? Опа. Опа. Я сломал систему. Ну ладно. Да, он не идет никуда. Пэм-пэм-пэм-пэм. Вы понимали, Хаги не один в игре. Их очень много. Don't. Боюсь, что меня догонит. Да я застрял, ну алло, тут, ну там нельзя было пройти, я тупо застрял. На деле сообщу вам. Застревать это плохо. Видите, их двое. Типа даже по звукам понятно, что их двое. Он пойдет сюда? Блин, смотрите, он залез. Обалдеть. Обалдеть, он залез. А я думал, он не может. Ну типа он здоровый. Как только... Там даже видно было, что текстура не смогла пролезть, и не смогли нормально пролисовать, как он залазит. Потому что слишком здоровый. Козлы, используют читы. Это нельзя. Да я что-то много умираю, мне не нравится. На самом деле, печально, что ствола нет. И вот этими темами можно было бы воспользоваться, чтобы ему оторвать все нафиг. И руки, и ноги, и шею. Слышите, да? Двойной звук все равно идет, а их двое, как минимум. Ну хотя бы их нарисовано двое. Ну типа два нарисованных хаги есть, как минимум. А твою налево, ну вот куда дальше? Я не могу так быстро соображать, куда идти. Чего ты за мной бежишь-то, козел? Вот нечестно. В игре нахожусь не я. Я обычно дрался. Как настоящий мужчина. Типа берешь биту по ногам, берешь не биту по рукам, и нормально. Нет, блин, как дети вот это бегать от друг от друга. Фу. Пятый раз тебя уже вижу тут, бро. Уже надоел мне. Не бывает никого, надоедливее тебя уже, Хаги. В любом случае в ту сторону бежать и просто прямо. Но вот потом я потерялся куда дальше. Потому что, видите, я тут просто потерялся. Видите, тут некуда идти дальше. А сзади он. То бишь меня обманывают, не сюда надо бежать, понимаете, не прямо. Козлы, зачем обманывать? О, это прям ложь. Ложь ради лжи. А-а-а-а.
Нам говорит не сюда. Нет, нет, видите, типа, нет, нет, нет. А, ну, все правильно, сюда. Все правильно, сюда. Что ты мне врешь-то, а? Козелы такие. Отстань от меня, там закрываются двери. Кто двери закрыл? Кто закрыл двери? Я, блин, почти от него убежал. Бро, все окей, написано тут. Стой, остановись. Остановись, бро, стоять. Стой на месте. Положи руки на стол. Кто вообще такое мог написать, а? Стой, стой. Не беги, Dungeon Master, не беги. Я, кстати, бежать больше не могу. Чего? Чего? Не беги, Dungeon Master, не беги, лол. Подождите. Это же инди-проект, мне кажется, это вся игра. No run, стой, не беги, стой. Какая это комната? Чего? Это детская комната. Сейчас вылезет этот чувак снова, да? А. И? Это такой финал? Посмотри на мое лицо. Ну да, игра же еще не вышла. Блин, на самом деле, говно, хоррор. Мне не нравятся хорроры, в принципе не нравятся, потому что они вообще в основном действуют одинаково. Они пытаются тебя запутать в каком-нибудь неприятном пространстве, чтобы ты много раз либо умирал, либо много раз перепроходил один и тот же уровень. Попадался постоянно на скримеры, которые в основном пугают, ну, людей, которые пугаются скримеров. Да, мне лично на них наплевать. Мне наоборот понравилось общаться с этим Чарли. Прикольный чувак. Хаги его звали. Чарли, неважно. Ну а финалка вообще странная. Типа, не иди туда, не беги туда, стой. И оказалось, что кукла зло, а тот чувак был тоже злом. И все в округе злые. Но мне понравилось, как ящиком его прибило. Это было, кстати, мило и приятно. Ладно, на этом прохождение заканчивается, потому что мы прошли игру. Всем огромное спасибо за просмотр, удачи вам и до скорых встреч. Всем пока. Всем пока.